Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шоу Стрибум. Друзья, я сегодня хочу поделиться с вами очень вкусным рецептом приготовления вкусного мяса. Мясо, которое готовится в духовке и очень напоминает нам шашлык. Друзья, готовьте вместе со мной. Такое мясо можно даже подавать на праздник. Обязательно начинаем готовить. Поехали! Вот таких у меня красивых 4 стейка толщиной примерно в 3 сантиметра. Для начала я его сначала перчу с каждой стороны и присаливаю. И оставляю на какое-то время, буквально там на минут 15-20. И тем временем подготовлю вкусный соус, вкусную намазку. Поперчили, посолили. Соль у меня крупная, морская. Откладываю мясо в сторону и займемся соусом. Мне понадобится для соуса кетчуп. Примерно 5-6 столовых ложек. Также добавляю примерно столовые ложки горчицы без горки и примерно чайная ложка розмарина сухого. Все это хорошенечко перемешиваем. Стейки постояли 15 минут. Теперь каждый стейк мы будем заворачивать в фольгу. Но прежде чем заворачивать, хорошенечко смажем нашим вкусным соусом. Переворачиваю. И с обратной стороны также намазываем. Также добавляю зубчик чеснока. Разрезаю пополам. И просто ставлю сверху. Все, и заворачиваю. Все, отправляю в духовку. Выпекать буду при температуре 200 градусов, примерно 35-40 минут. У нас осталось немного соуса. Добавляю в него чайную ложку с горкой меда. И хорошенечко размешиваем до растворения меда. Мед слегка засахарился, хоть и летний, но из-за того, что держишь в холоде, сахарится он очень быстро. В общем, мясо уже подошло по времени. Мы сейчас мясо вытащим с духовки, с фольги. Хорошенечко опять намажем соусом. И еще раз запечем буквально минут 10, но уже при температуре 220-230 градусов. Фольгу я выкинул, хорошенечко смазываю стейки. Отправляем назад в духовку. Как я и говорил, выпекать будем при температуре уже 220-230 градусов. Вот оно, друзья, вкуснейшее мясо. Вид, конечно, просто шикарный, обалденный. На любой праздник просто бомба, считаю. Давайте я вам отрежу, посмотрите. Какое красивое мясо внутри у нас. Сочнейшее. Вкуснейшее. Пробуем, друзья. Мясо получилось, ну, очень вкусным, очень сочным, слегка пикантным. Друзья, точно так же можно приготовить любой другой кусочек мяса. Обязательно готовьте, радуйте родных и близких. А я с вами прощаюсь ненадолго, до следующего видео. Кто не подписался на мой канал, подписываемся, делимся с друзьями. И не забываем комментировать. А я с вами прощаюсь ненадолго, до следующего видео. Всем пока!